Привет! Встречаем первые октябрьские, зато выходные дни вместе с Афишей. Для самарцев и, кстати, для гостей города уже запланировано много чего интересного. Сейчас все расскажу, погнали! А в сердце молодость поет. Если забыли, 1 октября – Всемирный день пожилого человека. Бесплатный концерт в городе для самых любимых и самых родных пройдет в ДК «Чайка». Любовь всегда прекрасна и желанна, особенно когда она нежданна. Самую печальную и прекрасную повесть Шекспира в это воскресенье ставят в Самарском художественном театре. Начало в 6 вечера, но если не успеете, в среду повторят. И «Золотой сад», и чувственный свинг с саксофоном. В субботу в 5 концерт группы «Джаз Вояж» в Струковском саду. А на следующий день в 14:00 духовой оркестр даст программу в художественном музее. Музыка французского кино «Шарль». Это будет виртуозно. Абсолютный образец кино-сюрреализма, чего только стоил «Андалузский пес» в сотворчестве с Сальвадором Дали. Но мало кто знает, что вклад Луиса Бюнюэля был весомым и в теорию кино. В субботу в музее Эльдара Рязанова все о выдающемся испанском режиссере в «Ридинг-группе». Балбетки, толкушки, характерные модели и воссозданная мастерская художника-сценариста. В художественном музее открылась выставка к 110-летию Александра Васильева. Кстати, нашего земляка. Научиться видеть красоту в обыденном, порой ироничном и неказистом – сюда, однозначно сюда. И у меня все. Спасибо, что были с нами. Участвуйте в жизни города, узнавайте, развивайтесь. Хороших вам выходных. До встречи в Афише.